стыдно смотреть в глаза людям? Как вы? Евклески. А до этого я не знал, что у меня, оказывается, есть банда. Ну тогда меньше брака. Мы будем обжаловать, но дело даже не столько в приговоре. Я хотел бы только два слова добавить от имени Сергея Ивановича Фургала, который меня просил передать вам, представителям уважаемой нашей прессы, что он считает этот приговор абсолютно незаконным. Никогда и ни при каких условиях он ни в каких группировках не состоял. Никакой причастности к инкриминируемым, как говорят юристы, действиям он не причастен.